Новый пункт общественного питания был открыт в канун Дня Республики. ТО «Коммунсервис» заслуженно имеет репутацию предприятия высокой социальной ответственности. Не так давно были отремонтированы душевые помещения, раздевалки, важные составляющие производственного быта. И вот теперь на предприятии есть своя столовая. На открытии присутствовали представители акимата города, депутаты, работники ТО. С приветственным словом к собравшимся обратились заместитель акима Екибастуза Бибигуль и Мангалиева и исполнительный секретарь Екибастузского городского филиала партии «Аманат» Мариям Маликова. Дорогие земляки, разрешите от всего сердца поздравить вас с замечательным праздником, национальным нашим праздником, Днем Республики Казахстан. И в этот замечательный день, в преддверии празднования, мы вот участвуем в таком большом мероприятии. Это в любом случае создание, наверное, хороших, да, условий, в первую очередь для коллектива «Коммунсервиса». Поэтому, Сергей Викторович, вам большое спасибо, потому что я знаю, как вы беспокоитесь о своем коллективе не только, и сколько вы сегодня вкладываете в город, сколько вы сегодня помогаете людям и никогда не спрашиваете ничего взамен, поэтому вам большое спасибо за то, что у вас такое большое сердце. Это, конечно же, в первую очередь и объект, да, для того, чтобы и бизнеса, и в первую очередь для вашего коллектива, поэтому мы очень рады сегодня здесь присутствовать, поддержать вас. Спасибо вам за то, что вот вы создаете все условия и поднимаете все благосостояние нашего Екибастузского региона. Спасибо. Более 200 работников ТО, не считая наемных, ежедневно выходят на улицы города для наведения порядка и чистоты. Предприятие располагает самым мощным парком специализированной техники. Разумеется, руководство Екибастузкоммунсервиса делает все возможное, чтобы привнести в будни своих работников больше комфорта. В новой столовой светло и уютно. Не обошлось без современных технологий сервиса. Например, раковины санузлов столовой оборудованы сенсорными датчиками для контроля за расходом воды, как в аэропорту столицы. На предприятии, в принципе, уделяют серьезное внимание новшествам, стараются идти в ногу со временем. Для улучшения экологической обстановки в городе заменили угольную котельную на газовую. Вход на территорию промбазы «Екибастузкоммунсервис» через КПП производится посредством фейс-контроля ID. Данные сразу поступают к табельщику. Это для учета рабочего времени, чтобы у работников не было вопросов и претензий. Вся техника оснащена GPS-навигаторами для контроля за ее движением и расходом ГСМ. В преддверии нашего знаменательного праздника Дня Республики в городе Екибастуз, в Екибастузском, для работников Екибастузкоммунсервиса открыли столовую. Весной в Ултук-Курултай наш глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорил, что «Адал азамат, адал инбек, адал табыс». Здесь коллектив Екибастузкоммунсервис трудится во благо чистоты города, чтобы у нас в городе было чисто. Поэтому отрадно, что в городе приезжие люди говорят, что Екибастуз чистый. Поэтому наши коллективы прилагают максимум усилий, что зимой, что летом, именно чтобы было в Екибастузе чисто. В этом году вот мы открыли душевую для работников, чтобы они после работы могли принять душ, поставили душевые кабинки, шкафы для переодевания. Ну, в общем, создается в компании максимально условия для нормальной работы. В этот день произошло еще одно приятное событие. Серик Садвакасов вручил ключи от автомобиля «Нива» управляющему фермерским хозяйством «Анара» Куату Каримову. Хозяйство снабжает столовую сельхозпродукцией. Это позволяет поддерживать приемлемые цены на обеды. Для работников ТО стоимость комплекса снижается до 60%. В компании действует принцип «взял обязательства, будь добр выполнять их добросовестно». Только при таком положении дел можно добиться успеха.